сталкером. Пройди свой безвестный. Здоровенькі були, з вами Макс і я з України. Зараз пройдемо невеличку модифікацію. Навіть не модифікація, а конкурсний квест. Ось, але мод російською, тому я буду проходити його на русском языке. Поїхали. Стабілізувати роботу комплексу, мислі стазіс. Ох, давно вже здесь не було, небо все таке красне. Похоже, виброс був за предельної мощності. Так, у ПДА висвітлився контакт, треба поговорити з ним. Комплекс. Помню, комната с оружием там была. На замке. Тут нам кирдык. Да давай уже кинь же этот болт. Вот первая комната. Мы сюда попадем. И вон вторая комната. Он с ящичком. Тот ящичек нам... нужно будет взять. Так, пошли для начала к контакту. Явился наконец. Что тут произошло? Доцент, вы что, заснули? Произошла внештатная ситуация. Очевидно, апокалипсис. Возможно, нападение другого государства. А, впрочем, мы пока не знаем. Наша задача сохранить этот комплекс, понимаете? Если мы не восстановим подачи подсистем, пострадаем не только мы, но и весь мир. Твою же мать, что же нам нужно делать? Найдите начальника охраны, Семенова или старшего инженера Попова. Они должны быть в курсе, что делать в случае таких ЧП. Где же я их найду? Поторопитесь, я видел, как Семенов собирал отряд из охраны, и они направлялись к выходу с комплекса организовать оцепление. Что же до Попова, я не знаю. Ну, разберусь. Ой. Он трупиком сразу стал, но пустым. Чё ржёшь, это не смешно. Так. Звоняет из-за рывки. В игре что-то у меня ОБС-ка тупит. Так, на выходе, да? Что у нас тут? Описание. План туман. В случае... Так, ты кто? Ты Попов. В случае создания чрезвычайной обстановки на территории комплекса необходимо выполнить следующее действие. Проконтролировать беспрерывную подачу воздуха по системе вентиляции, уменьшить потребление электроэнергии, выключить основные генераторы, переключив на резервное питание, установить систему охлаждения и в режим... экстренных ситуаций, переключить подачу главных центров управления на центральную лабораторию, эвакуировать персонал в центральную лабораторию, запечатать комплекс. Далее пошли. У нас тут еще есть интересного. Трупик. А что это у нас за трупик тут такой? Так, план туман. В случае появления чрезвычайной ситуации на территории комплекса «Янтарь» вышеперечисленным отрядам необходимо установить связь со всеми отрядами и выжившими, оценить ситуацию, оцепить территорию, установить карантинный режим. Всех нарушающих разрешено ликвидировать без предупреждения, создать оперативный штаб для выяснения причин катастрофы. Проследить за восстановлением подсистем снабжения, проконтролировать беспрерывную подачу воздуха по системе вентиляции, уменьшить потребление электроэнергии, выключить основные генераторы, переключим на резервное питание, установить систему охлаждения в режим экстренных ситуаций, переключить подачу главных центров управления на центральную лабораторию. Способствовать эвакуации выживших при четких инструкциях двухнедельного карантина в специально отведенных местах. Смотреть приметки. Внимание! Оставлять комплекс на невосстановимую систему обеспечения строго запрещено и будет наказываться по всей строгости данного преступления. Забираем. Шаг первый. Включить резервное питание. Но мы сейчас не включим, потому что там закрыта дверца. Трупик еще один. О, живой.
Живой, живой, живой. Ух ты. Уже трупик. Так, ты кто? Ты Данила Король. У тебя ключ от двери. Забрали. О. Это все пустые. Для отвода души. Можно их, конечно, пошмонать, но ничего нету. Где-то пистоль должен валяться в каком-то ящике или в мусорке. Я его, в принципе, так бы сильно не искал. Он мне, в принципе, не надо. Так, пошли на труп смотреть. Так, надеюсь, в Super Mario все играли, да? Потому что вот такие же ты, болт. Потому что если мы просто так пойдем, мы окочуримся. Поэтому ай-ай. То, о чем я и говорил. Так, прыгаем аккуратненько. Так. Еще один ключик. О, кто-то появился. Ух ты ж, ёшки-матрёшки. О, запрыгнул. Тот помер. Ух ты ж, блин. Зацепило меня. Ой. Ага, бинокля нет у меня. Ну. Это яйцоска. Аккуратненько ее обойдем. Главное тут не упасть. Бо повеселимся. Так, у нас есть два ключа. И можно попасть в эти две комнаты. Вот первая. Барон, все. Так, я на и одиночные. Перезагружаемся. Ой, перезаряжаемся. Сохранились. Побежали дальше. Потому что я такой парень, что могу и забыть сохраниться. Вы знаете, наверное. Так, и берем ящик. Что ты у нас за ящик? Электромонтажные инструменты. Пригодится для включения резервного питания. Отлично. Так. Ладно, пойду сюда. Сейчас покажу, почему. Да давай, залазь. Вот его... Кренделя. Надо утихомирить слегка. Сохраняемся. Главное не упасть. Главное не упасть. Сюда. Ну, дружище, о, ты наверх туда смог залезть. Надо будет посмотреть, как. Давай, иди сюда. Ты, блин. Да.
далеко убежал. А как он туда наверх залез? Я видел, он по крыше вот тут. Где? То есть там бегает, ну ладно. Их с ним. А тут не залезть никак. Как же он туда попал? Потому что я видел, что он там мелькал. Ладно. Этот покойничек тоже пустой. Так. Сейчас надо найти этого дружбана. И все. Пустой. Так, по заданию у нас надо выключить резервное питание. Нужно перевести работу комплекса на резервное питание. Без электромонтажных инструментов не обойтись. Но они явно где-то в комплексе. А само питание явно можно включить в щитке. Ну, щитков тут не так, чтобы много. Но, если честно, я первый раз заманался искать. Ну, этот раз долго не будем. Вот этот щиток. Шаг первый выполнено. Так, что там по заданиям? Шаг второй. Нужно запустить вентиляцию возле труб. Где-то должен быть рычаг. Реально тоже долго искал. Вот, я вот думал, вот тут. Не, нифига не тут. О-о-о. Кстати, этих не завалить. Они будут летать. Но рычаг оказывается вот здесь, возле труб. Вот он. Не совсем, конечно, сразное место для рычага, но все же. Перевести управление работой комплекса в лабораторию. О, вообще веселуха пошла. Так, а я там сохранился? Да, сохранился, потому что тут, если... сохранится, когда контр будет, можно словить вылет. Так, поэтому не буду я тут сохраняться. Нам главное. Ай, гад. Нам надо этого контра вольнуть. Сейчас будем пробовать. А у нас бинтик есть, да? Правда, этот бинтик как мертвому припарка. Но все же. Где ты? Вон ты где. Куда пошла? Сейчас мы сюда уже, в принципе, зайти можем. Блин, сейчас поддохну. Ладно. Так, отлично, уже никто не будет. А, вон это. Чудо в лохмотьях бегает. Все, вальнул. Теперь я увидел, что вальнул. Так, нет, ничего, пошли. Запустим. Это сделали.
это сделали. Все, сохраняться нельзя, хотя надо было сохраниться. Ну ладно. Так. Блин, еще попал в меня. Гад такой. Иди гуляй. Иди лесом. Фу. Вальнули. Так, и вот последний, вот наш последний рычаг. Что нам нужно сделать? Нам нужно... Вентиляцию мы включили, шаг третий. Дело за малым, перевести управление работой комплекса в лабораторию. Переводим. Аляулю. The End. Разработчик I'm Crazy Houdini. Вот и все, вот такой тут у нас был мини-мод квест. Зомбу Макс. Люблю, бывайте. Зустрінемось.